приходилось вообще два пенальти за матч отбивать? Вот. Нет. Какие эмоции на последней секунде, даже не минуте, на последней секунде? Отбить или получить? Такой пенальти. Да не знаю, как эта злость сыграла во мне, не знаю, даже как объяснить. Радости не было особой. Каково получить? Каково получить? Получить неприятно, конечно. Неприятно. Слышно ли поддержка вообще? Стадион весь кричит. Слышно, конечно, но настраиваешься на пенальти. Спасибо болельщикам, что поддержат. Ну, в этот момент, когда человек разбегается, уже все отходит на второй план. Крылья — это принципиальный соперник? Хотел что-то сказать? Ну, я думаю, что для болельщиков, да, но для нас это... Ну, это дерби, как бы, но... Я считаю, что нет. В принципе, соперник как соперник. Доказывать что-то никто никому не собирался. А ситуация с Гаджиевым? Гаджиев покинул команду, все-таки тоже не чужой тренер. Ну... Желаем успехов, я не знаю. В команде с пониманием относится к этой ситуации? Да уже об этом никто не вспоминает. Ну, перешел, это футбол, это нормальное явление. С Максимовым общались? Ну, я с ним постоянно общаюсь, но после игры вот сейчас пообщаемся. Ну, первый пенальти он собирался бить, он взял мяч, стоял. Ну, я поэтому и пропустил, потому что я на него настраивался, а пробил другой человек. Он бы бил, я бы отбил бы. Точно отбил? На 100%. Ну, а Максимов нам сказал, что точно бы забил два. А два? Ну, посмотрели бы. Я думаю, что еще вся борьба впереди. Хотел бы сегодня выиграть. Я бы не сказал, что это ничего как победа. Хотел бы сегодня выиграть. А опять же, повторюсь, наше поле, как бы, ну... Одно очко, но это оно не снимает ответственности с нас. Все близко, все рядом, поэтому... Не знаю, идем дальше, играем. Со всеми командами. Сейчас выезд тяжелый в Краснодар, потом Алания, не менее тяжелая игра дома. А потом Зенит, Динамо. Может, там что-нибудь зацепим.